Братс. Продюсер Айзек Лэриан. Мы сделали это! Журнал «Братс» теперь номер один. А что мы делаем, когда становится горячо? Поддаем жару! Следующий выпуск уже готов. У меня отличная идея для фотоподборки. А я займусь разделом «Красота и здоровье». Мы снова передаем последние новости из мира моды. Цифры не лгут, и журнал «Брат» снова опередил твою вещь. Бывшие читатели твоей вещи тысячами делают журнал «Брат» своей вещью. Издательница журнала Бурдина Максвелл не отвечает на звонки, так что мы... Бурдина, вы это видели? «Брат» просто надрали вам... Я знаю, что они сделали, идиотка! И что вы собираетесь делать? У вас что, нет какого-нибудь злобного плана мести или чего-то в этом роде, а? Да потому что если нет, мы все можем попрощаться с твоей вещью. Заткнитесь! Тут нужно другое решение. Отдых. Ой, класс, класс, класс. А куда мы поедем? На Таити, в Нью-Джерси, Франция, Вегас. В путешествие по Тихоокеанскому побережью. Нет, курицы! Я поеду одна. Одна? А что это за место? Место, где мои творческие способности снова раскроются во всей красе. Место, где я смогу создать новую концепцию твоей вещи. Концепцию, которая втопчет в грязь, Братс. И их журнальчик «Грязь», точно. Расслабьтесь и побалуйте себя в роскошном спа «Люксенштейн». Ваши тревоги растают в наших эксклюзивных грязевых ваннах. Любой ваш каприз будет исполнен. Ваше желание — наше воплощение. Спа «Люксенштейн». Похоже на тот день благодарения, когда папа спалил индейку. Говорит о вашем уровне развития. Я вернусь в понедельник, обновленная, с убийственной новой концепцией твоей вещи. И ни к чему не прикасайтесь, пока меня не будет. Ни к чему! Ой, хочешь порыться у нее в ящиках стола? Хочу! Быстрее, у меня грязь остывает. Позвольте мне взять ваш багаж, фрейленд. Добро пожаловать в Люксенштейн! Мы так рады вас видеть! За те деньги, которые я вам плачу? Да уж, пожалуйста. Должно быть, вы водитель лимузина, который за мной прислали. Что ж, давайте поживее. Я хочу поскорее сделать это тело еще более прекрасным, так что моя комната должна быть готова. Думаю, что вы увидите, что у нас идеальные условия проживания. Эй! Что это? Кто вы такая? Это тюрьма! Я Лотто Млоцкий, глава службы безопасности аэропорта. Скоро стану бывшей главой службы безопасности аэропорта. Я ожидаю, как бы это сказать, повышения. Главный детектив Блоцкий! Глава полиции Блоцкий! Чем меня можно наградить за поимку самого хитроумного в мире вора драгоценностей? Вор драгоценностей? Кто? Ты! Я поймала тебя с поличным! Моя тиара! Отдай немедленно! Ты обезьяна! И это, говорит, самая искусная лгунья в мире! Это королевская тиара Люксенштейна! Что? Читай и плачь, несчастная похитительница национальных сокровищ! И что, ты неудачница, которую выгнали из школы, потому что у тебя вместо мозгов попкорн? Твоя тиара и моя тиара — это две разные вещи! Выпусти меня отсюда! Наглая выдумщица, ты никуда не пойдешь, пока не расскажешь мне всей правды, пока не скажешь, что ты известный всему миру криминальный вор! Она сказала, что вернется послезавтра. А какой сейчас день? Два дня спустя, послезавтра. Ой! Наверное, она сбежала с каким-нибудь европейским принцем, или герцогом, или королем, или кто там еще. Эй, привет, поздравляю вас. Коктейли за счет заведения по случаю торжества. Спасибо, Эйтан, но какое торжество? Девочки, вы что, не слышали? Не слышали о чем? Я думаю, вам это понравится. По миру моды прошел слух, что, возможно, твоя вещь стала вчерашним днем. Журнал не опубликовал очередной выпуск. А что говорят слухи? По слухам, Бурдина Максвелл покинула город, а твоя вещь закрылся до лучших времен. Возможно, это «Прощай, Бурдина»!
Ты тупее, чем коробка с воском для эпиляции. Если я украла королевскую тиару Люксенштейна, зачем же я вернулась в Люксенштейн? Матерые воры всегда возвращаются на место преступления. Ладно, хорошо. Я расскажу тебе правду о своей тиаре. Я купила ее на блошином рынке. Да, я купила ее на блошином рынке. Возможно, у тебя остался чек на покупку? Нет. Постой. Позволь мне позвонить своим ассистенткам. Так у тебя есть сообщники? Пытаешься связаться с ними, чтобы они освободили тебя из-за решетки? Нет, нет. Ты скажешь мне правду, или тебе придется провести остаток своей жизни на хлябе и воде? Хлеба совсем чуть-чуть. Ее нет на месте. Тогда вам лучше ее поскорее найти. Это управляющий зданием. Скажите Бурдине, что она задолжала арендную плату. У вас есть неделя, чтобы все выплатить, иначе я выставлю вас на улицу. Какой грубиян! Чего он от нас хочет? Чтобы мы сами издавали журнал? Да! Что ты делаешь? Пишу статью в журнал, что же еще? О, нет, в прошлый раз, когда мы написали статью, Бурдина сказала, что переломать нам пальцы, если мы еще раз это сделаем. Но мы это не пишем, это пишет она. Мои приключения в Люксенштейне, автор Бурдина Максвелл, дорогие писатели... Читатели. Все началось, когда я встретила прекрасного принца. Ой, нет. Пусть лучше будет герцог. Точно, герцог? Итак, с моим дорогим герцогом я путешествовала по глухим темным джунглям. Джунглям? Придумала! Джунглям Индии. По стране гигантских... горилл. Да. И она вышла замуж за герцога, но потом его съел тигр. А потом тигр съел и ее тоже. Но потом он ее выплюнул, потому что ему не понравился вкус ее геля для волос. Привет, Эйтан. Привет, Жасмин. Саша. Привет, Хлоя. Джейд. Эй, что происходит? Что ты читаешь? Читаю? Что ты имеешь в виду, это... Эйтан, это же твоя вещь. Правда? Оу, да. Ну, новая твоя вещь? Мои приключения в Люксенштейне, автор Бурдина Максвелл? Нет, видите, все начинается в этом люкс, как его... Ну, она выходит замуж за этого богатого чувака-герцога, а потом они отправляются в эту потрясающую экспедицию в джунгли Индии, там они находят большой бриллиант прямо в пупке огромной статуи. У тебя температура. Твоя вещь — это журнал о моде. Уже нет, он стал экстремальным. Все его читают. Вы хотите сказать, вы не слышали? Слышали о чем? Боюсь, вам это не понравится. Как труп, поднимающийся из могилы, твоя вещь снова ожила. Оставив формат модного журнала, Бурдина Максвелл превратила свое детище в собственный экстремальный блог. Вместе с подъемом в горной джунгли, вместе с бывшим мужем издателя, герцогом Люксенштейна, взлетели продажи твоей вещи. Смотрите! По слухам, скоро свадебные колокола снова зазвучат для мисс Максвелл. На этот раз с состоятельным герцогом Глобани, известным подводным путешественником. Их медовый месяц на озере Лох-Несс обещает поднять продажи твоей вещи до небес. Что же нам делать? Итак, мисс, я не вор драгоценностей, правда, наконец-то вышла наружу! За твою поимку я получу даже большее продвижение по службе! Мои приключения в Бурдина Максвелл? Глухие темные джунгли? Бриллиант в пупке? Керсти... Кейси!
Мы обречены, Банни-Бу. Мы не обречены, ангел, мы что-нибудь придумаем. Что бы это ни было, это должно быть что-то большое. Пока что Бурдин охотилась за лохнесским чудовищем, монстром из болота Акифиноки, и встретила двух огромных кальмаров, которых назвала Ларри и Лавиния. И что же нам делать, Банни-Бу? Мне кажется, надо полностью изменить журнал «Братс». Изменить? В какую сторону? Ну, знаете, в сторону чего-то большого. Большого? Да! Большого и потрясающего. Большого, потрясающего и экстремального. Ты хочешь сказать скопировать твою вещь? Это не скопировать, это переплюнуть. Это отвратительно. Выковыривать бриллианты из пупков — это не про нас, это про Бурдину. Мы хотим так поступить с нашим читателем. Если что-то не сделаем, мы потеряем читателей. Хорошо, замок в Подсильвании. Дом Дракулы. Как сказано в путеводителе, все эти богатые дамы были укушены вампиром. Дракула прятал все их драгоценности вон там. И поверье гласит, что каждый, кто попытается сфотографировать эти драгоценности, будет вынужден заплатить страшную цену. Пошли, Хлоя, здесь ничего нет, кроме комков пыли. А это? Бежим отсюда! Что бы это ни было, оно нас преследует! Бриллианты Дракулы! Быстрее, фотографируй, фотографируй! А! Я ничего не вижу, что происходит! Эй, бриллианты не бьются, что за дела? Что? Вы разбили бриллианты Дракулы! Летучая мышь огромная! Вы имеете в виду это? Резина. Это была единственная достопримечательность, которая привлекала людей в наш город. Мы не хотели разбивать ваши стекляшки, нам просто нужно было... Как я теперь смогу оплатить обучение своих маленьких Хельмут и Хельги в школе летучих мышей? Мне жаль, мы просто хотели... Как мне купить венский шницель своему псу, немецкому ризеншнауцеру? Послушайте, нам правда очень жаль. Мы за все заплатим. Отлично, как насчет 35 долларов? 25. Знаете что? Давайте мне 20, и я отдам вам в подарок летучую мышь. Что ж, мы заплатили страшную цену, как и было сказано в путеводителе. О, вам понравился путеводитель? Это я его написал. Отличное чтиво, не так ли? Да. А еще идеи есть? Ладно, еще раз. Мы ищем... Какого Угиди? Угиди-Пугиди, привидение острова Баю. Все о нем слышали. Видимо, я пропустила этот урок в курсе чудовищ. Ой! Вот что я вам скажу об этом месте. Здесь полно кровососов, и на этот раз они настоящие. Эй, либо я становлюсь меньше, либо... Отлично! Мне кажется, Бурдине не нужно нас топить. Мы уже утонули.
Знаю, но нам нужен всего час, чтобы... А? Да, мы получили фото, они отличные. Ну, некоторые из них отличные. Нам просто нужно время, чтобы их разобрать. Конечно, без проблем. Мы должны передать снимки и текст в печатный цех в течение часа, иначе они не успеют в срок. Но какие снимки мы отдадим? И какую историю расскажем? Мы никогда не лгали своим читателям. И что же нам делать, Банни-Бу? Мы их все покажем. И мы расскажем историю так, как все и происходило. Все. От начала до конца. Про фальшивую мышь, про то, как мы застряли в грязи. Как пробирались через пустыню, все эти глупости, которые натворили, пытаясь скопировать твою вещь. И как мы поняли, что нужно прежде всего оставаться верным себе. Отлично. Срок 1 час. А что мы делаем, когда становится жарко? Поддаем жару! Выпустите меня. Сбрасывать глубинные бомбы, чтобы разбудить лохнесское чудовище. Раскапывать пирамиды, чтобы найти карнавальный костюм Тутанхамона, потому что его маску уже нашли. Так-так. Ты очень плохой преступный человек. За поимку тебя меня сделают убер особо тайным шефом полиции. Убер особо тай... то есть Лотто Блоцки, глава службы безопасности аэропорта. Кто это? Ваше Величество! Тиара нашлась? Принцесса Мими оставила ее в аэропорту? Все это время была у меня под носом? Да, да, конечно. Телефон! Это вас! Вы свободны! И я... Я... халатно отношусь к своим обязанностям по поиску Тиары! Скажите им на хлеб и воду! Хлеба совсем чуть-чуть! Бурдина, основатель, главный редактор. Вы кто? Вы подаете на меня в суд за что? Придумала! Поскольку во время пожара мои колготки сгорели, я ударом открыла двери. И что, по-вашему, вы делаете? Вы платим за аренду? Я провела месяц в тюрьме! Половина европейских принцев судятся со мной за клевету! Только принцы, а как же герцоги? Я вам покажу герцогов! Ах! Свежие новости мира моды! Все напечатанное за последний месяц в журнале «Твоя вещь» оказалось ложью! Судьба сыграла шутку с Бурдиной Максвелл. Уровень продаж обманутым читателям упал до самых низких показателей.
Продюсер Айзи Клэриан. Джулс дуется. А теперь ранимый. Посмотрите на Джулса. Он в восторге. И снято. Что, мы уже закончили? Я только начал разогреваться. Я никогда не видела дизайнера, который любил бы позировать больше, чем его модели. Эй, так мы и назовем нашу будущую статью. Джулс, дизайнер-модель. Мне нравится. Мы пройдемся по всем фотографиям и выберем самые удачные снимки, если ты нам доверяешь. Доверяю вам? Девочки, вы показали мне, что вы одни из лучших в этом бизнесе. Вообще-то, вы могли бы заслужить часть моего бизнеса. Могли бы? Я ищу модный журнал, в котором мог бы разместить весьма доходный блок рекламы. Что скажете? Это так круто! Какая честь! Это здорово! А, пока ничего не говори. Прежде чем выбрать журнал, я хотел бы посмотреть на макет до конца дня. Макет всего выпуска? Невероятно. Мы сейчас же этим займемся. Отлично. Я не сомневаюсь, что он будет братстастическим. О, черт. Я опаздываю на встречу по образцам тканей. Спасибо, девочки, я вернусь в 6. Я вас провожу. Пока, увидимся в 6. Мы вас не подведем. Вы можете в это поверить. Если у нас получится, мы получим контракт на рекламу в нашем журнале Джулсом, самым влиятельным законодателем мод. Мы будем богаты и знамениты. Наш журнал станет номером один в мире моды, и мы станем еще богаче и знамениты. Только подумайте, что мы сможем иметь такие деньги. Надеюсь, вам понравился наш новый дом. О-ла-ла! Мне нравится! Слуги свежих бриллиантов. Эти уже остыли. Я пожертвую свою долю на благотворительность. А вы, девочки? Да. Я подумала, мы могли бы сделать 20-страничный рекламный выпуск по одному из твоих дизайнов на странице. Мне нравится. Убедитесь, что полностью осветили мою новую коллекцию рубашек из плотного хлопка металлик. Конечно. Джолс, дорогой. Бурдина, куколка. Куколка? Работа над макетом идет полным ходом. Пошли, я тебе покажу. Ой, я бы с удовольствием, дорогуша, но я тороплюсь. Я только на минутку заскочил, братцы, на съемку. Они тоже готовят макет? Тоже? Ты хочешь сказать, что мы не единственный журнал, который готовит макет для тебя? Я думала, мы единственный журнал. Ах, глупенькие девочки. Джулс просто так не раздает свои деньги кому угодно. Но я отдам их одной из вас. Мы узнаем, кто это будет в конце дня. И пусть победит самое сильное. Он папа? Эштон, Эшли, что вы здесь делаете? Я думал, что за вами присматривает няня Маргарет. У нее срочное дело! Это правда, сэр. Я только что получила весточку от тетушки Харриет из Уэллса. Видите ли, ей нужна пересадка ногтя на большом пальце ноги. Да, и я единственный, кто подходит. Но что же делать? Мне очень жаль. До свидания. Но что же мне делать? У меня целый день встречи. Я не могу присматривать за детьми. О, даже не беспокойся, Джулс. Я буду счастлива посмотреть за твоими маленькими ползающими паразитами. То есть детьми. Пойдемте с тетей Бурдиной, маленькие сладенькие пупсики. Она сварит нас в суп! Она ведьма! 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 О, Саша, ты только посмотри, как дети тебя любят. Ты не присмотришь за ними сегодня? Но... Это принесло бы в вашу копилку большую благодарность и улыбку. Ну, конечно. О, спасибо. Ты просто спасла меня. Поцелуйчики, поцелуйчики, я убежал. Забери нас подальше от страшной ведьмы! Уведи нас от нее поскорее! Пошли, детки, вы будете в безопасности в моем офисе. Бурдина, все в порядке? Что это был за жуткий вопль? О, просто звуки, издаваемые дорогими детьми Джулса. Братс пытаются подлизаться к Джулсу за счет сидения с его детьми. Они не должны подлизываться к Джулсу, это наша обязанность. Так, девочки, слушайте, я хочу познакомить вас с нашими новыми друзьями. Хлоя, Жасмин, Джейд, познакомьтесь с Эштоном и Эшли, детьми Джулса. Мы проведем день с вами.
Весь день! Простите нас, мы на минутку. Взрослым надо поговорить. Чувствуйте себя как дома, детки. Мы всего на минутку. Как получилось, что у нас оказались дети Джулса? У меня не было выбора, няня их бросила. Но мы не сможем закончить макет, если будем сидеть с детьми. Девочки, перестаньте, у нас были задачи посложнее этой. Кроме того, они же просто ангелы. А какими они могут быть с таким классным папой, как Джулс? А у вас есть видеоигры? Или клоуны? Нам скучно, это дурацкое место! Дети, это место для работы. Здесь не играют с клоунами или в видеоигры. Но вот ты выглядишь как клоун! А мне кажется, она выглядит как обезьяна! Что? Развлекай нас скорее, клоун-обезьяна! Развлекай нас, развлекай! Развлекай нас, развлекай! Развлекай! Эй! Как выясняется, брат тоже готовит макет журнала для Джулса. И если его дети будут на их стороне, у них есть шанс получить заказ на рекламу. Если только дети Джулса не перейдут на нашу сторону. Абсолютно верно. Раз в жизни. Так, мы заманиваем к себе, играя веселую мелодию на дудочке и танцуем по коридору. Абсолютно неверно, как всегда. Но поверьте мне, мы завоюем любовь этих детей, даже если это последнее, что мы сделаем. А разве это не должно быть первым, что мы сделаем? Развлекай нас, развлекай! Развлекай нас! Послушайте, мы не собираемся вас развлекать. Няня Маргарет никогда бы так не сказала. Она бы надела пиратскую шляпу и станцевала бы. Станцевать? Я могу станцевать. Смотрите. Где твоя пиратская шляпа? Я не надену пиратскую шляпу, даже если вы мне заплатите. Развлекай нас, развлекай! Развлекай нас, развлекай! Саша, нам нужен твой музыкальный обзор. О, боже мой, я еще даже не прослушала диск. Шоу окончено, друзья. Эй, как же мы? Я провела последние полчаса, танцуя перед вами. А теперь нам скучно! Ну так поиграйте в классики или что-нибудь еще. Ладно. Нельзя разрисовывать ковер лаком для ногтей. Это же сказала поиграть в классики. Посмотрите на меня! Теперь я обезьянка! Скучающая обезьянка! Я думал, что будет весело, но тут скучно! Эй, немедленно спускайся оттуда сейчас же, осторожнее. Тук-тук, специальная доставка! Здесь случайно нет Эшли и Эштона? Это я! Тогда вам повезло, потому что эти плюшевые штуки и сладости для вас! Дай! Мне! Они от Мартины! Ведьмы! Они сделаны из человеческого мяса! О, не беспокойтесь, она не настоящая ведьма! Она просто выглядит и ведет себя как ведьма! Ну и что вы тут такое устроили? Мы забираем этих очаровательных маленьких деток от вас! Да вы просто потрясающие люди! И опытные няни! Мы вам типа не нравимся? Фу, приставочий маленький грызун! О, они уже подружились! Развлекайтесь! Развлекай нас! Развлекай! Развлекай нас! Развлекай! Я никогда не думала, что буду рада видеть двойняшек. Вернемся к работе. Ну пошла лошадка! Пошла! Эй, вперед! Вперед! Давай! Замолчите вы, наконец, маленькие монстры! Мы не монстры, желудивый старый койот!
я ковбой-бандит! А я девочка-бандит! И лучше вам проявить уважение, или мы заарканим вас и запрем в сарае! Ну, розовая красавица, в убежище! Давай-давай! Типа Иго-Го или как его там? Мы можем остановиться, у меня коленки болят! Бойся, Байк-Шпор, лошадка, и беги быстрей! А то Шелудивый Старый Койот схватит нас! Шелудивый Старый Койот, за меня хватит! Развлекай нас, развлекай! Развлекай нас, развлекай! Развлекай! О нет, они вернулись! Как же мы сможем закончить работу, когда двойняшки вернулись? Мы не сможем. Мы потеряем контракт на рекламу, потом потеряем журнал, потеряем работу, и нам придется работать нянями. Ой. Журнал «Братс» — это Джейд? Джулс! Журнал? О, все в порядке, работа идет. Нет-нет, дети нам совершенно не мешают. Вообще-то, они спят. Шум? Это телевизор. Да, дети просто обожают спать под громко работающий телевизор. Но мне пора. Ух, я была близка к провалу. Слишком близка. Жасмин, выведи их. Бонни-Бу! Нет, в буквальном смысле, возьми их гулять, мы тебя прикроем. Хорошо. Пошли, детки, пора отдохнуть. Коктейли! Ты называешь это развлечением? Это не просто коктейли. Я научу вас одной интересной игре. Она называется медитация. А поскольку я очень хорошо в нее играю, то, наверное, я выиграю. Нет, я выиграю! Нет, я! Я чувствую себя очень расслабленной. Я расслабленный. Я самый расслабленный. Дети, у вас отлично получается. Еще разок. Эшли? Девочки, мне нужна ваша помощь! Они выиграли. Мы никогда не закончим этот выпуск. Мы не получим рекламу, никогда не станем богатыми и знаменитыми. Надеюсь, тебе нравится твой новый дом. Принимать ванну угля. Но это же непродуктивно. И мы никогда не сможем пожертвовать наши деньги на благотворительность. Да, конечно. Давайте найдем детей и присмотрим за ними, пока не вернется Джулс. Забудьте о сроках. Мне очень жаль это говорить, но пара маленьких детей победила Братс. Они вернулись. Слава богу. Посмотрите на них. Они по-прежнему бесятся. Их невозможно контролировать. Эй! Извините, но нельзя ломать мой магнитофон. Проявите каплю уважения.
Чего бы? Вы же не проявляли никакого уважения к нам! Что? Мы? Проявлять вам? Вы не хотите проводить время с нами! Вам нужно только, чтобы мы сидели тихо, пока вы работаете! Послушайте, нам очень жаль, но мы очень заняты. Так всегда говорит наш папа! Знаете, я чувствую себя ужасно виноватой. Мы были к ним такими негостеприимными. Но выпуск! Знаю, Банни, бы это важно. Но они правы. Это совсем на нас не похоже. Мы были не слишком приветливы. Что бы вам хотелось сделать? Тебе правда интересно? Не знаю. Наверное, мне хотелось бы получше узнать, каково это делать журнал. Знаете, с парой помощников мы можем успеть сделать журнал до конца дня. И, может быть, даже успеть в срок. Дзинь, время вышло. Уже 6 часов. Ой, уже? Прошу вас. Я же буду никем, если буду пунктуален. Так, посмотрим. Полагаю, вы закончили? Ну, нет. Не полностью. Если бы вы могли дать нам еще только 1 час... О, простите, но Джулс так дела не делает. Как, по-вашему, я смог стать таким влиятельным мультимиллиардером в мире моды? Я работал на 137%. Надеюсь, девочки, вы запомните этот урок. А, да. Конечно. Эштон, Эшли, пошли. Нет! Простите. Мы не пойдем. Нам нравится здесь. Что ж, Эшли, это очень мило, но папочке нужно отвезти вас в магазин нянь, чтобы выбрать вам новую няню. А потом у папы ужин в 8 часов с советом директоров. А потом... Мне все равно. Мы никуда не пойдем. Мы никуда не пойдем! Мы никуда не пойдем! Эй! Да что с ними такое? Они обычно такие послушные? Дети, идите сюда! Приказываю вам! Немедленно спускайтесь вниз! Почему? Ты только и делаешь, что не замечаешь нас! Ты сплавляешь нас с другим людям, чтобы не мешали тебе работать! Извините. Все, что им нужно, это поощрение. И больше всего, Джулс, им хочется, чтобы их ценил ты. Это правда? Вы двое несчастливы. Даже несмотря на то, что я купил вам настоящего медведя и каток, и копии гоночных машин? Признайся, пап, ты покупал нам эти вещи, чтобы мы от тебя отвязались. О, мне так жаль. Конечно же, вы правы. Я не знал, что делаю. Я же модный дизайнер, а не детский психолог. А теперь взгляните на меня. Я реву, как последний дурак. О, Эштон. О, Эшли. Эштон. Эшли. Как я могу загладить свою вину? Ты закатываешь сцену перед нашими друзьями. Тебе не нужно унижаться. Да, пап, просто будь папой. Я постараюсь. А что касается вас, все всегда подлизываются ко мне, но никто никогда не говорит, что думает на самом деле. Мне нравится ваша честность, и я почту за честь вести с вами дела. Так мы получим контракт на рекламу? Ну, не совсем. Поскольку я сокращаю свой бизнес, чтобы проводить больше времени с детьми, у меня будет бюджет на непостоянную рекламу. Но это все равно реклама. Я буду рад отдать ее вам. Пожалуй, Эйфелева башня все равно продувается со всех сторон. До свидания всем. А куда мы идем, пап? К этой старой злой ведьме сказать ей, что новый Джулс не ведет дела с подхалимами. Мы можем помочь? А по-другому и быть не может. Это так мило. Ура! Кстати, в связи с сокращением расходов, вы уволены.
девочки, давайте еще разок посидим с детьми. Нет! Нет! Я просто предложила.